Премьера на национальном телевидении. Смотрите 29 июля в 20 часов программу «Бумеранг» с Натальей Володиной. Гости студии – главный акушер-гинеколог Минздрав соцразвития Чувашии Татьяна Дерипаска и главный детский гинеколог Маргарита Мардаян. Вы узнаете, как изменилась демографическая ситуация в республике, какие меры предпринимают специалисты отрасли, чтобы снизить материнскую и детскую смертность, насколько эффективна профилактика в вопросах сохранения здоровья женщин и девочек. Аудиоверсию телепрограммы слушайте на Национальном радио 30 июля в 20 часов 30 минут.